если только комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. Ты видел эти ямы? Как? Туда положили в июне месяце сенаж, и уже есть эта информация. И что произошло? После дождей все туда затекло, жижа. Ты врач, ветеринарный врач, головой ответишь за это. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать-охать, что у нас падешь, а ты отвечаешь в Витебскую область, чтобы была железная дисциплина. Надо тебе армия, подключим армию. Надо тебе милиция, бросим сюда все силы. Разбестились до крайности. Ни одного трактора на поле нет. Волки соломы лежат там, где никто никогда их вывозить с того поля не будет. Почему не измельчили, не рассыпали по полю, не запахали? Все по стойке смирно стоим, делаем вид, что мы красиво работаем. Эта работа никому не нужна. Так это в первом приближении, Владимир Павлович. Имейте в виду, мужики, поснимаю голову всем.